обычно 1 мая я начинаю посадку моркови. Ну, тут, видите, не получилось. Суббота очень трудный день был, работы много, потом воскресенье, Пасха, а эти дни дождь был. Ну, сегодня решила, все, надо сеять. Посажу вот золотая осень, и если не хватит, то нанскую. Сейчас хочу вам показать вот такое приспособление. Не знаю, есть у кого оно, нет? Покупала в фикс-прайсе. Очень удобная вещь. Сюда насыпаются семена, закрывается крышечкой. А там, вот видите, написано 1, 2, 3, 4, 5. И этот 1, 2, 3, 4, 5 тут можно подбирать. Что вам надо? Горох. Сейчас я покажу резьбу. Вот они, видите, выемочки. И вот тут под морковь. Какие семена вам надо, пожалуйста. Мелкие, крупные. И вот такая удобная вещичка. Вот сейчас ветрище дует. И вот я ей сею. Низенько так к земле. Удобно. И вот такой фигней, как я говорю всегда, буду сеять морковь. Посею всего одну борозду. Нам много не надо. Ну, большую, длинную такую. Все. Пойду посевной заниматься. Интересно, как это вот существо у меня оказалось дома? Шмель! Я только зашла домой, конечно, но не знаю, где он ко мне прилип, к какой одежде. Полозит. Надо спасать парня или девочка, я даже не знаю, кто это. На улицу сейчас его отнесу. Пусть живет, летит себе. Ой, что тут не есть на белом свете. Согнулась вот и снимай его. Позирует мне тут, полозит он. Сейчас отнесу тебе. Аккуратненько возьму и отопру. После дождя. И вот такая красота. Тепло на улице. Хорошо. Ну что ж, я его спасла. Вот у меня в баночке жучок мой, червячок. Сейчас открою я ее. Иди. Жужжит. Иди. Он как жужжит. Полетел. Полетел. Спасла. Как он оказался дома, даже ума не приложу. Как я его затащила. Вроде в куртке шла, зашла, разделась. Интересно. Всем доброе утро. У меня доходит 8 утра. Я только что проснулась. Ко мне приехали детки. Москвички мои. Москвичи с местным разливом. Так что мороза не было. Гидрометцентр наврал. Сейчас пойду открывать свою птицу. Растения. С утра хорошо. Тихо. Сами видите, тепло. Солнечно. Вот бы было бы так. Красота. А то весь мозг выдувает ветер. Голуби кукукают. Утки крякают. Мои сооружения стоят хорошо. Сейчас я их открою. Вот капусту прикрыла. Куртка сверху. Боялась, что мороз будет. Саженцы стоят, как гвоздики, солдатики. Все стоит нормально. И дружок балбес бегает мой. Да, дружок, ты балбес? Балбес. Так что вот так. Все хорошо. Выходим. Да-да, выходим, выходим. Сегодня дробить надо им. Тут вот я делала колышки, чтобы раму воткнуть, еще не прибрала. Надо прибрать. Здесь за щепки все убрать. Да, да, да. Так что день начался, слава богу. Ой, горели, пить хотят. Вчера что-то заколготилось, не поставил мне воды туда в сарай. Да еще бочку надо налить воды мне. Все, день начинается с утра. Какой бы он ни был, хороший, нет, но пришел. С утра вроде ничего, но ветерок уже начинает подтягивать. По Москве 7, у нас 8. Сюда вот надо мне налить воды, а то заканчивается уже бочка моя. И будем открывать наши растюхи, сооружения мои все. Доски, доски. Все надо в деревне. Без этого никак. Так, ну сейчас я покажу вам, как они у меня побыли.
Ложу доски, а тут вот у меня мускари сидят. Где-то называют гиацинт дикий, а у нас мускарики. Они у меня как вроде двухцветные. Одни чисто фиолетовые, а другие немножко с голубой вот сверху. Такие миленькие, и колокольчики у них беленькие-беленькие. Такая вот красота. Но я эту красоту как-то уже ни во что не считаю. Раньше, ой, батюшки, какая красивая. А сейчас уже привыкли. Все, это уже неинтересно. Что-то хочется новенького. Капустка прекрасно себя чувствует. Растет. Конечно, рыскать ее мало. Да нет, хватит. Хватит, но ее. У нас ее возят круглый год в магазин. Вот и раскрыла я их. Раскрыла. Вот сегодня, думаю, ветер опять будет, потому что опять подовывать, вон их видать. Ну, как будет сильно, я их немножко туда прикрою. А сейчас пусть на закалке. На рамах роса. Ну, вот так вот. Вот какая капля. Все. Все живое. Пусть закаляется. А мне надо идти что-то готовить для моих гостей. Пойду готовить, кормить надо. Приехали не начало 5 утра, а едет начало 4 просыпалась. Инкубатор переворачивала. Ну, что-то легла и не спится. Вертелась, дочь звонит, а я уже выскочила и тут стою в дверях. Она, вот она стоит. Я, да, такой вот у нас сон. Эту часть я же тоже обшарудила забора. Шарудила, наконец-то отшарудила. Пока я убирать ничего это не буду. Как покраситься, все там постараюсь замести хорошо. Вот помощь моя приехала. Будут помогать мне. Забор надо покрасить. И низ дома покрасим. Сам дом навряд ли. Терраску буду еще покрасить. Ну, я бы вниз выкрасила бы давно бы. Но для меня страшно это вверх. Боюсь лазить наверх. Я в детстве по деревьям никогда не лазила. А он страшный, мой дом, обрезы. Лет 20 уже не крашено. Я Юле говорю, дочка, да мы с тобой, ты в 9 классе училась, мы с тобой таскали лестницу. Мам, да раньше, Ир, да нет, моя хорошая. Давно. Вот это давно надо повторить. А уже от этого давно-то года-то прибавились. Ой, ну вот так вот. Так что иду готовить. Они спят. Еще сын у меня с работы не приехал с ночи. Так что всем с добрым утром, с новым днем. Пишите комментарии. Вон уже уточка Галина в проволоке шарит в болоте. Видать, ее нет. Не успел выпустить, она уже у нее там вон. А, да не одна. Ползут по проволоку. Партизаны. По болоту. Они же доплавающие. Так что так. Ой, воробьишки чирикают. Уселся вот тут мне на этой вот. О, и чирикает. Весна, красна. Опять ловим нарушителя нашей границы. Иди сюда. Шмель, это уже второй. Надо спасать мальчишку. А может, девчонку? Ага. Вот. Осторожен теперь его. Вот так. Не жужжи. Ножку прищемила. Нечего. Все. Ну вот, сейчас Юля понесет его на улицу. Пойду спасать. Во, полетел. Все, спасли еще одного. Зажарю карпа своим деткам. Тоже тарелочку пожарила в спинке. 3 штуки. Они небольшие, где-то на полкило. Сейчас будут завтракать. И идем мы дела делать. Они приехали мне не отдыхать, а работать. Какую работу, я вам покажу. А тут у меня дыни. Что-то неудачно. Вот 4 сразу зашли хорошо. Потом подсеяла я. Один вылез. Вот сюда подсеяла. Тут не пойми, что какой-то там уродец вылазит. А здесь опять тишина. Вот. Галилей. А шмели почему-то второй раз уже к нам. Дверь открываем, а шторки не висят на дверях. И вот летят сюда к нам на кухню. Моя новенькая
Вишенька росташанская, прям с цветами. Вот, скоро будем урожай собирать, надеюсь. Для этого они, наверное, отпадут, все эти цветочки. Но зато перед окном у меня будет расти вишня. Прям с кухни. А там рядом еще одна. Ну, там я, наверное, врала. Она называется шоколадница. А я говорю, конфетное дерево и шоколадница. Вот как правильно. Что ж, иду дальше рыбку жарить. Шкварчит она у меня. Вот, не поверите, как вкусно. Вчера Женька говорит, у вас есть кислая капуста? Я говорю, да, конечно, есть в банке. Ну, вот достали мы ее, значит, промыли. Добавили сюда растительное масло и лук. Не представляете, какая вкуснота. Даже не ожидала. Она у меня, понимаешь, стоит. И едим мы ее. Вот, взять. Дразумим. Вот такую чашку съели. Живой витамин С. Я ее рубила где-то, наверное, в конце февраля. Ну, там остался у меня 5-литровой банки. И вот прям понравилось. Я не думала, что так вкусно будет. Он же у нас хохол с Брянска. Видимо, у них так кушают там. А мы кацапы. Только свеженькую, когда малосольная она. А это уже, говорю, кислая капуста, и так вкусно. Говорит, еще пожарить бы ее. Ой, не-не-не, это будет бомба, наверное. Такой еде мы не приучены. Это на любителя, конечно. Кислую капусту жарить. Не знаю, не ела. Может быть, я и зря так говорю. Может, это на самом деле вкусно, но не пробовала. Для меня вот это то вкуснее, карпики. Сладкие, вкусные. Сейчас пожарила. Добавлю остатки сюда. Целая тарелочка получится. Красота. Ну вот, целая тарелка получилась. Хватит им позавтракать.